Центр Алании. Место, где курортная жизнь кипит 24 на 7. Именно здесь царит настоящий турецкий колорит. В центральном районе расположены главные достопримечательности города, музеи, несколько роскошных парков и самый настоящий восточный гранд-базар. Здесь вы найдете все, что нужно для комфортной жизни в самом южном городе Турции, включая развитую инфраструктуру. Детские сады, школы и высшие учебные заведения, больницы и аптеки, крупные торговые комплексы и банковские отделения. Именно с этого места началась история Алании. Еще в далеком 13 веке здесь был заложен первый камень знаменитой крепости Кале. Сегодня, оставшись все тем же тихим и самобытным поселением, входит в состав города и продолжает восхищать как туристов, так и местных жителей красотой и самобытностью. Еще одно знаковое место, расположенное в самом центре Алании – знаменитый пляж Клеопатры. Из года в год пляж удостаивается голубого флага, как один из самых красивых, ухоженных и экологически чистых пляжей планеты. Длина пляжа составляет 3 километра, и он порадует ценителей отдыха у моря прекрасным песчаным дном. Вход на пляж свободный, а благодаря расположившимся рядом горам, здесь образовался особый микроклимат, и купаться можно уже с начала мая. В самом центре Алании, всего в 100 метрах от моря, расположилась пещера Дамлатаж. Пещере более 15 тысяч лет. Купив недвижимость в центральном районе Алании, вы ни за что не останетесь в проигрыше. Сдача жилья в аренду без всяких сомнений обеспечит вам приличный пассивный доход. Планируете переехать? Центр курорта создан для вас. Если вы в поисках сбалансированного сочетания оживленного городского ритма, развитой инфраструктуры, тихой и уютной обстановки на улицах.